Всем привет! Это продолжение проекта 3 в 1. Сделали верхнюю обвязку в две доски с нахлёстом на всех соединениях. Эта обвязка будет служить мауэрлатом. Поставили отметки везде шагом 59 сантиметров под утеплитель, под стропила. Сделали временные леса, поставили две стропильные ноги, 50 на 150 доски использовали, сделали облегченные, пустили прогон. Высота 2 метра. Так выглядит соединение стропильной ноги с прогоном. Прогон тоже облегченный. Две балки. Они останутся. Будет второй свет. Продолжение следует. Будьте здоровы и до новых встреч!